собак это какую я. Наше ежегодное жертвоприношение, посвященное Индре, любителю небес. Ведь он милостиво послал нам тучи, которые пролили достаточно воды, чтобы созрел хороший урожай. Так что, дорогие пастухи и пастушки, я вас попрошу, нам вот эту поляну сейчас нужно освободить. Пожалуйста, все присаживайтесь, нужненько. Полянку эту нам нужно освободить. Так, ну что, волшебочка, похоже, готова. Дорогие пастушки, я вас извиняюсь. Здорово, как еще дальше сидеть. Здесь будет сидеть браво, надо сесть туда. Здесь будет сидеть. Здесь тоже будет сидеть корова, надо чуть-чуть дальше. Кока-кола, можно начинать? Да! Пиво! А кто-нибудь видел у Падева? Кто это? Падева! Падева! Слушайте, куда он делся? Он же шел вместе со мной. Подев! Неужели я под угрозой? Я здесь! Не смотрелся. Пусть хранит тебя, твоих детей и твоих коров Господь на рай. Спасибо. Ладно. Времени нету, пора начинать. Значит так, смотри. Здесь у нас будет стоять Инда. Тут будут сидеть браманы. Там будут сидеть коровы. Там будут сидеть женщины и дети. Там все остальные. Понял? Давай неси Кунду сюда. Сюда? Ну да, сюда. Хорошо, где она? И Падева, что значит где? Ты что? Потерял Кунду? Как в прошлом году? Ты что, не понимаешь? Не понимаешь? Как мы будем проводить явки без Кунды, а? Ты решивай, мы что-нибудь придумаем. Что мы придумаем, Упадера? Что мы придумаем, а? Каждый божий год одно и то же. Ну почему Нанда Махараджи всегда дает мне помощники именно тебя? Каждый раз одно и то же. Господи. Ну какие же греховные поступки я совершил в прошлой жизни, что теперь пожинаю такие последствия. Пусть Господь Яньяшвара хранит твой ум, брат мой. У вас что-то произошло? Да, одно очень радостное событие. Кунда нашлась. Кунда нашлась? Ладно. Пусть хранит тебя, твоих детей и твоих коров Господь на рай. Хорошо. У вас уже все готово? Браманы придут с минуты на минуту. Ну, почти готово, почти. Да мы уже заканчиваем. Вот, Кунду уже установили. Слушайте, может быть, вы нам немножечко поможете, чтобы мы все успели сделать вовремя. Давайте.
Слушай, Нанда, а дай-ка мне вот эту корзину с фруктами. Вы готовите большое жертвоприношение? А для кого оно? Как оно совершается? Пожалуйста, расскажи мне. Кришна, положи, пожалуйста, фрукты на место. Пойди поиграй с Убалом и Матхумандалом. Не крутись. У того, кто великодушен и свят, нет секрета. Потому ты ничего не должен скрывать от меня. Все люди заняты кармической деятельностью. Некоторые знают, что собой представляет эта деятельность и к чему ведет. Другие действуют, не ведая ни цели деятельности, ни ее результата. Человек, знающий, добивается наилучшего результата. А тот, кто действует, не зная цели, получает совсем мало. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне, зачем такое роскошное жертвоприношение? Какова его цель? Соответствует ли оно указаниям вед? Или это только обычай? Мальчик мой, это более или менее традиционный обряд. Дожди выпадают по милости Махараджи Индры, а тучи его верные представители. Мы, как пастухи, очень сильно зависим от воды. Вот мы и пытаемся как-то отблагодарить Махараджу Индру, повелителя дождей. Вот-вот-вот! Вот именно! Именно поэтому каждый год мы устраиваем жертвоприношение в честь Махараджи Индры, повелителя дождей. Ведь он милостиво послал нам тучи, которые пролили достаточно воды, чтобы созрел хороший урожай. Вода для нас очень важна. Да, вода для нас очень важна. Без воды мы не сможем выращивать злаки. А без них мы не сможем жить. Да, мы не сможем жить. Итак, дожди необходимы нам для успешного совершения религиозных обрядов. Для процветания нашего хозяйства. И в конечном счете... Для освобождения! Да! Поэтому нам не следует отказываться от этого традиционного ритуала. Пренебрежение им из жадности, вожделения или страха не сулит ничего хорошего! Отец, я не думаю, что ради хороших урожаев тебе нужно поклоняться кому-либо из полубогов. В материальном мире живые существа получают свои результаты в зависимости от того, что они делали в прошлой жизни или в настоящей. Но ведь нельзя одной материальной деятельностью достичь хороших результатов. Необходима милость полубогов. Вот-вот. Именно поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно удовлетворить Индру. Правильно. Вес. Правильно. Нам нет необходимости поклоняться полубогам. То, что мы получаем, зависит от того, как мы выполняем наши обязанности. Мы принадлежим к общине Вайшнав, и в наши обязанности входит то, что мы занимаемся земледелием, заботимся о коровах, даем деньги взаймы. Так что ж, стоит ли поклоняться им? Нам нет необходимости поклоняться полубогам. Каждый из нас получит результаты своих трудов. Ведь мы должны как-то отблагодарить полубогов. Полубогов можно удовлетворить, приветно исполняя свои обязанности. Мы уже проговорили. Нет, подождите. Подождите. Как же дождь? Как же урожай? А? Мироздание находится под влиянием трех кун материальной природы. Благости, страсти и невежества. Эти три гуны являются причиной творения, поддержания и разрушения материального мира. Ну и что? Туча возникает благодаря гуне страсти. Значит, именно эта гуна производит дождь. И затем земледельцы получают плоды своих трудов. Причем здесь Индра? Мы не получаем от него никаких особых выгод. Да, он повелевает дождями, но он льет воду также и в океан, где в ней нет никакой нужды. Отец, Вриндаван — это наш дом. Всеми благами
предложение. Очень даже разумное. Хорошо. Я устрою особый праздник в честь местных браманов и холма Говардхана. Но... Чуть позже. А сейчас позволь мне завершить это жертвоприношение, называемое Индраядья. Дорогой отец, немедли! Поклонение Говардхану и браманам занимает очень много времени. Лучше возьми то, что ты уже приготовил для Индраядья, и используй в поклонении холму Говардхана. Да будет так! Мальчик мой, как бы ты хотел устроить этот праздник? Для начала здесь нужно навести порядок. Thank you.